Всем привет, Эдгар Шанович, канал Жизнь Механик. Сегодня у нас в работе Toyota Avensis. Будем менять передние стойки. Посмотрим, какие нюансы выползут. Поехали. Стоечку мы будем снимать, открутив вот эти два болтика. Что нам еще понадобится? Нам понадобится открутить стойку стабилизатора. Так, и открутить нам надо будет тормозной шланчик. Плюс здесь датчик ABS идет провод. Так не хочется пользоваться внутренним шестигранником. Похоже, когда мы меняли, видите, как полезно смазывать графиткой. О, да! Вот оно, последствия через несколько лет, слава богу. На одну вторую даже пытаться не буду пробовать. Возьму огромный ключ, это, по-моему, дюйм называется. Ух ты, ничего себе! Вот это да! Выстрел! Ух ты! Вот это да, ни к чему порт. Ух ты, соль-то какая. Вот какая соль. И сейчас покрутим. Сейчас надо раскрутить болты, чтобы они походили в ступицы. Не довыкручиваем гаечки, чтобы по ним можно было бить, не испортив резьбу на болту. Но сначала надо бошки прокрутить. Через открученные гайки болтики мы выбиваем. Ржавые болты. Повезло, что они там не вкисли. И гайки не лучше. Здесь надо быть аккуратней, чтобы у нас стойка не упала вниз и не повредила пыльник шруса. Не порезала. Плюс ступица. Мы же не откручивали шрус наружный. Она может сдвинуть и вытащить внутренний шрус из коробки. Поэтому я вот так вот подпорку делаю, чтобы она не наклонялась, и оставляю. Собственно, идем теперь вверх откручивать вверх стойки. Так, правило такое: откручиваем самые неудобные гайки, самую удобную оставляем в самую последнюю очередь. О, какие интересные гайки. Вставляем одну и потом одновременно придерживаем рукой стойку, откручиваем гайку и вытаскиваем наружу. Хорошо бы положить кусок ткани, чтобы не попортить краску. Ну, когда вытаскивать будете, может прислониться своей одеждой, чтобы не поцарапать машину. Так, сняли стойку, достаем новую. Вспоминаем, что нам говорит фирма Каяба про прокачку новых стоек. Она нам говорит, что надо просто 2-3 раза вниз-вверх вниз нажать, поднимется она сама. Пока поднимается. Запчасти у нас Lynx. Не очень люблю эти запчасти. Китаю их Китаем. Не знаю, как правильно. Китай это или не Китай, но если воздушные фильтра выглядят замечательно, выглядят, это не значит, что они хорошо работают, то вот запчастям, таким как опоры стоек, честно, я бы не доверил. Хорошо бы я ошибался. Резиночки новые, пакет отбойников и пыльников. Обязательно покупайте отбойники и пыльники. Скорее всего, отбойники повреждены, а у пыльников уже срок на пределе. И вы, поставив новую стойку, рискуете ее в первый дождь потерять, если не поменяете пыльники. Решил показать, снял только резиночку, вот эту снял. Нифига себе люфт. Ну, ржавый подшипник видно, да? Сколько там ржавчины. Ничего себе люфт. Обратная сторона. Вот как сколько ржавчины здесь. Такая тарелка, которая не меняется. То есть, ну, старая стоит. Вот в ней подшипник стоял. Офигеть. А вот и первая засада. Стойка тяжело накинуть. Она в назад уходит очень сильно, как подпружинная. То есть, чтобы нацепить гайку и сжать пружину, надо тащить очень сильно шток вверх. Очень тяжело. Кто, я не знаю, поймете вы меня или нет, в свободном состоянии стойка просевшая. Чтобы вверх потащить, нацепить гайку, сжать пружину, надо приложить очень большое усилие к штоку, чтобы его потянуть вверх. Либо очень сильно сжимать пружину в спецприспособе, да? Что делать, пока не знаю. Да, давненько я не влипал в такую, честно говоря, заразу.
Здесь вот стояло уже вот такое кольцо, понятно, да? Вот оно было такое, превратилось в такое, ее раздавило подшипником. Устанавливается оно сюда. Но мало того, что стойка, шток вниз уходит, нам надо на сжатой пружине совместить тарелку с вот этой вот штукой, с опорой, с пыльником, который вот сюда вот совмещается. Как-то это все дело поставить и умудриться еще вот в эти лыски попасть. Что-то у японцев на бикрень все. Признаться, я в шоке. Что-то я давно так не попадал с такими глупостями. Ну просто глупости. Короче, собрать я собрал. Сразу вам мои наставления. Ни в коем случае не делайте это сами. Вот просто не делайте все. Настолько противная и неудобная операция по совмещению двух чашек, сжиму пружины и вообще вот это все в комплексе сделать, это я, честно говоря, чудо давно с таким не встречался. Очень неприятная тема. Обработаем графиткой болты все. Заново графитим стойку стабилизатора. И можно еще две плоскости вот этих немножко вынуть. Поставили машины на колеса и теперь затягиваем, протягиваем крепеж. В общем, никому не рекомендую менять самостоятельные стойки на Toyota Avensis. Тем более делать это в одиночку, без приспособ или имея всего лишь две стяжки пружин. Скорее всего, у вас мало что получится. Достаточно противное устройство. Стойки Каяба, не знаю, может быть и другие, устроены точно так же. То есть у них нету полного выжима стойки. Их вытягиваешь, и они обратно затягиваются сантиметров на 10. Очень неприятно. Скажем так, работа в целом вся очень простая. Повезло, все открутилось замечательно. Но вот стойки я просто пропотел 8 раз. Что-то с чем-то и сбоку бантик. Вся работа 7 из 10. 10 это прям. А вот сборка самих стоек, это сборка-разборка. Наверное, 2 из 10. Очень тяжело, муторно. Совсем неприятно. В общем, все. Что надо, спрашивайте. Не забуду, отслежу, как будут ходить запчасти Lungs. Машина у нас постоянный клиент. А с вами, как всегда, Гошаныч. И канал «Жизнь механика». Ни гвоздя, ни жезла.